Всем привет, друзья! Тема нашего сегодняшнего урока – рацион и режим кормления кур. Шучу, конечно, насчет того, что это урок. Скорее, это советы начинающего птицевода начинающим птицеводам. Итак, из чего же состоит суточное меню на одну курицу? В 7 утра я даю мешанку на основе пшеничных отрубей, кукурузы. Вот сегодня я добавил куриный фарш сюда. Ну, делается, в принципе, на любом бульоне, на рыбном бульоне. Кальмаров, когда варю, тоже добавляю потом туда всю эту мешанку. Плюс сюда добавляю все добавочки. О них позже скажу. Вес этой порции 70 грамм. Но это зимняя порция, вот сейчас 70 грамм, а летом порция уменьшается. Ну, 55-60 грамм на одну курицу. В 11 часов второй завтрак. Стертая морковь, капуста. Сегодня я еще сюда добавил лук. Здесь 35 грамм. Это на одну курочку. Некоторые куры ждут вот именно 11-часового завтрака и несутся только после того, как покушают зелени. Ну, летом, конечно, это все заменяется на крапиву, подорожник, одуванчик, лебеда. Ну, зелень какая есть в саду, все им даю. В 4 часа комбикорм, который я сам делаю. Он, состав комбикорма: пшеница, ячмень, кукуруза, овес, мясокостная мука, рыбная мука, пищевые дрожжи, кормовые, вернее, дрожжи, фуза, соль, сера. Тоже 70 грамм на одну курицу. И вечером за час до сна я им бросаю вот пророщенное зерно. Здесь пшеница, ячмень и горох. Ну, по горсти так. Не взвешиваю специально. Ну, грамм 30 на курочку, я думаю, приходится. Вот. Это дневной рацион моих кур. Зимний. Летом чуть поменьше получается все это. Мы знаем, что главное, чтобы это все было стабильно. Питание проходило в одно и то же время. Тогда курица более стабильно несется. Хотел бы сделать пояснение по добавкам, которые я добавляю вот в мешанку и в комбикорм. Ну, практически это одно и то же. Кроме того, что я фузу не добавляю, например, в мешанку. Да. Чтобы все лучше распределилось, я вот в емкость в одну все это высыпаю. Но особо это касается серы, чтобы она равномерно распределилась по всей мешанке, чтобы не было каких-то комочков серы, чтобы кто-то там, одна из куриц, например, съела там много этой серы, а другой не досталось. В общем, здесь у нас вот начнем. Это мясокостная мука, дрожжи кормовые, рыбная мука, ракушка со скорлупой, потом дальше сверху вот справа это премикс, несушка, сера и вот это вот стрессовид. Очень хорошая добавка, которая мне нравится. Ну и немного соли. Вот я в такую емкость высыпаю. Это на утреннее кормление. Все из расчета на 20 кур. Все потом перемешиваю и добавляю в мешанку. Так, какие витамины и микроэлементы я добавляю? Это рыбий жир, даю по схеме, Байкал М2. Этот препарат именно для птицы. Здесь комплекс полезных бактерий для желудочно-кишечного тракта. Далее идет гаматоник или чектоник, АСД, фракция 2. Тоже хороший препарат, который на иммунную систему положительно влияет. Общеукрепляющее действие такое несет. И стрессовид, вот который мне тоже нравится, препарат, добавочка такая. Он на яйценоскость хорошо сказывается. Ну, на мой взгляд, вот
судя по тому, как я его добавляю, и прям идет отзыв такой хороший именно на стрессовед. Вот это я добавляю. Ну, то есть чередую там витамины я раз в месяц даю в начале месяца, чтобы это все не забывать, чередую то одно, то другое, то третье, чтобы не было привыкания. Ну что, вот такой рацион кормления моих кур. Если мой ролик кому-то будет полезен, я буду очень рад. Всем удачи, всем добра. До свидания.